Спасибо.
Yeah.
Oh,
Ваш, Он не
Вас и всех православных.
Веру в единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденный, несотворенный, единосущно, Отцу им же вся выше, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечился. Распятого же за ныне Понтием Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего десную Отца, и паки грядущего со славою судить и живым и мертвым, Его же царство не будет конца. И в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном с поклоняемым и славимым глаголовшего пророка. Воедино святую соборную апостольскую церковь, исповедуя недопрещение в оставлении грехов, чая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
Спасибо. А именно в IV веке, во время
дать вся себя, все царские достоинства, вознаграждение в башке, крест, принес его, смирение, молодость его царем, потому что крест был возвращен, там, где находится, где не было времени. Это было очень важно для всех жителей, для всех христиан, которые населяли тогда и российские империи. Потому что это был очень тяжелый период, когда повсюду были нестроения. Голод, войны, междоусобные войны, войны с другими государствами. Тогда казалось, что всякая человеческая надежда угасала, и ничто не могло на земле помочь людям. Поэтому присутствие Христа в Иерусалиме давало всегда надежду, что Бог пребывает вот-вот. Христианство, что не оставит его все те различные версии, которые на него обрушились, как это было знаменем и свидетельством Божественной помощи. Если мы обратимся к истории, то мы увидим, что всегда в версии Господь посылал надежду